Здравствуйте. Спасибо большое. Я снова рад быть здесь. Спасибо большое за приглашение и за возможность представить свои размышления. Вообще, я всегда, когда приезжаю, я действительно читаю лекцию. Это вот мой формат такой, который я часто использую. Но сейчас я решил немножко трансформироваться. Я буду зачитывать куски фрагментов и комментировать куски своих фрагментов и рисовать какие-то штуки. Я не знаю, насколько это будет удобно слушать, но посмотрим. Потому что я решил усложнить, собственно, свой разговор, и чтобы он был как-то понятен, я вот решил выбрать такую схему сегодняшнего взаимодействия. Ну а потом, соответственно, я думаю, вопросы можно и обсуждение вот моего такого доклада. Я хочу начать вот с высказывания о том, что кино вообще интересует философию в первую очередь, потому что в кино реализуется парадоксальная связка. И вообще, там, где существует некая парадоксальная связка, там и рождается интерес к философии. Да? Без вот этой парадоксальной связки мы не можем увлечься каким-либо предметом в принципе. Ну и я могу говорить о некоторой парадоксальной связке, потому что я занимаюсь теорией современного искусства, и это тоже парадоксальная связка, то есть как искусство, как что-то, что подразумевается вечным, да, или аристократическим изначально, может быть современным или быть связанным с чем-то мимолетным, чем-то таким, что отражает современность. И кино тоже внутри себя несет очень важный парадокс. И исторически этот парадокс связан с тем, что век 20-й – это век авангардов. И любое искусство оправдывается и оправдывает себя через проход фазы авангарда. Например, живопись проходит через фазу авангарда с большими потерями, как вы знаете, да, и практически ничего не остается от института живописи, когда она проходит через фазу авангарда. Музыка в лице Шонберга, да, тоже проходит через фазу авангарда и перерождается в состояние популярной музыки, да, или современной музыки. Это тоже некоторое, кто-то говорит, реакция на авангардное состояние, кто-то говорит, некоторое продолжение и перерождение авангардного состояния. Мы можем сказать, что поэзия существует только в авангардном состоянии в 20 веке. Да? И 20 век – это век вот прохода через разлом некоторый, авангардный разлом. Но помимо существования авангардного искусства, мы были свидетелем возникновения того, что мы можем охарактеризовать как массовое искусство. И это нечто иное, это другое состояние, нежели авангардное состояние. Массовое искусство и кино действительно является массовым искусством, возможно, единственно возможным массовым искусством. И под массовым искусством здесь я, в принципе, имею в виду очень простую вещь. Это возможность быть увиденным и возможность быть воспринятым огромными количествами людей и быть любимым. Это возможность быть любимым огромным количеством людей. Да? То есть у кино есть способность быть любимым огромным количеством людей. И, соответственно, на самом деле кино, да, является единственным, возможно, да, массовым искусством. И это вот это высказывание, с которого я хочу сегодня начать размышления о кинематографе. И парадокс вскрывается как раз в этом высказывании – массовое искусство. И если мы посмотрим на кино, то мы увидим, что в кино устанавливаются невозможные отношения между двумя различными полюсами. Если говорить о фильме, да, как некоторые инстанции, то там совпадает тотальная искусственность, тотальная сделанность, да, потому что фильм представляет собой некоторую тотальную сделанность, и, с другой стороны, тотальную реальность, потому что все, что ты видишь в фильме, на самом деле исходит из некоторой реальности, которая схвачена, да, киноаппаратурой, которая представляется в некоторой
вот такой тотальности. И вот, это, вот этот разрыв или одновременность тотальной искусственности и тотальной реальности, он также означает некоторый тотальный разрыв между аристократичностью, некоторой тотальной аристократичностью и тотальной демократией, да? Напряжение между тотальной аристократией и тотальной демократией. И между изобретением, между инновационными какими-то методами художественными и чем-то повседневным, чем-то до боли знакомым, да? То есть тоже возникают парадоксальные отношения. И между некоторой, ну, что ли, новизной, которую мы еще не смогли встроить в повседневность, и общим вкусом, да, вкусом масс, который уже отработан, уже он является, собственно, всегда присутствующим. И получается, что первый такой парадокс мы берем из высказывания о том, что кино является массовым искусством. Потому что на самом деле никакое искусство изначально не может быть массовым. То есть искусство по определению, и это не оценочное суждение какое-то, да, в этом нет моих оценок, является изначально искусством аристократическим. Что я имею в виду? Я имею в виду ситуацию, которая исходит из ситуации постоянного очищения и постоянного прояснения. Например, наша модерность, да, вот начало 20 века, установила для искусства то, что мы называем высокий модернизм, принцип высокого модернизма, который означает для искусства постоянное прояснение собственных материальных оснований производства. Да? Что такое живопись как живопись, да? Что такое скульптура как скульптура, это постоянное некоторое очищение и постоянное отделение от того, чем искусство не является. Да? И вот эта сама по себе процедура очищения является аристократической в каком смысле? В том смысле, что для того, чтобы ты понял искусство, тебе нужно знать традицию искусства, традицию очищения, да, вот, традицию того, что раньше понималось под картиной, как картина проходит через вот эти периоды, да, самопонимание, да, и ты должен понимать, как именно, каким языком пользуется художник, чтобы картину перед нами выставить, да, то есть это порог некоторого вхождения довольно высокий, да, то есть в этом заключается аристократизм. Второй принцип – это, собственно, вот этот принцип постоянного прояснения, постоянного очищения, который тоже аристократический по своей сути, вот это вот постоянное, о, лишь бы не запачкаться, да, то есть ты сидишь в замке, о, нет, никакого сюжета не должно быть, никакого образа в искусстве не должно быть, вот этот модернизм, который боится выйти за собственные границы и устанавливает очень жесткий аскетический идеал современности, да. И он, соответственно, исходит из одной очень интересной процедуры, чтобы понять которую, нужно понять основание искусства. Да? Дело в том, что институт искусства возникает одновременно, приблизительно, об этом пишет куратор Ансельм Франке, одновременно с лабораторией, вот, физической лабораторией. Да? Что такое лаборатория? Лаборатория... Исследовательская лаборатория – это фактически симуляция внешнего мира, физических законов внешнего мира внутри белого пространства эксперимента. Да? И, соответственно, роль эксперимента в физике заключается в реанимации, reanimation, да? Вы двигаете снова законы природы, которые вы увидели вне лаборатории. Да? Вот это вот реанимация. Но лаборатория искусства, которая возникает одновременно с лабораторией физической, преследует совершенно другую цель. Это деанимация, то есть лишение души и лишение движения. Да? Задача искусства заключается в том, чтобы взять объект из повседневного мира королей, аристократов, и остановить его, лишить его того мира, в котором он находился, собственно. И в каком-то смысле препарировать вот в таком обездвиженном духе. И отсюда исходит вот эта практика очищения. Ты можешь
познавать вот эту чистоту медиума, да, чистоту средств выражения, потому что у тебя есть пространство такого белого куба, где ты, тоже вот белый куб, тоже такое, это башня из слоновой кости, да, это все такие аристократические образы замкнутости, где ты можешь распускать этот мир на разные веревочки и воссоздавать его в некотором смысле заново, да. И получается, что искусство на самом деле никогда не становится массовым, оно всегда находится в какой-то аристократической ситуации. И второе, что нам необходимо определить здесь пока что для начала, это что значит, собственно, массы, да? Кто такие тогда массы? Если искусство – это нечто аристократическое, да, то как мы тогда можем понимать массы? И моя главная мысль сегодня может быть выражена так, да, то есть главная проблема выражена так, что на самом деле эстетика является демократией, да. Главная проблема эстетического на самом деле лежит в демократии. В этом высказывании важно определить соотношение эстетики и демократии. Демократия здесь понимается как некоторая политическая ситуация, да? Чтобы отделить эстетику и демократию и понять, как они взаимодействуют здесь, чтобы, соответственно, ответить на то, как кино может быть массовым искусством, необходимо сделать две дисквалификации. То есть необходимо понять, что мы не имеем в виду под соотношением эстетического и политического. И почему мы это не имеем в виду? Значит, первое. Я не хочу, чтобы у вас возникло в голове привычное разделение на эстетику и политику, в которой существует эстетизация политики и политизация эстетики по Вальтеру Беньямину, да? Потому как различие, описанное Беньямином, исходит из уже хорошо установленных и идеологически воспринятых границ между политикой и эстетикой. Я же хочу начать с того, что сами эти границы, существование границ между эстетикой и политикой с конца XVIII века принципиально не решены. Это вещи принципиально перепутаны с самого начала, с Александра Баумгартена с XVIII века. То есть задачи эстетического не так ясны, как мы можем это прочитать даже в тексте Вальтера Беньямина. Более того, я буду настаивать, что сама возможность современного искусства, как своего рода парадоксального неаристократического проекта искусства, зависит и исходит из того, что главной проблемой эстетики является именно демократия. То есть эстетика, понятая как демократическая проблема, позволяет нам говорить об целом институте современного искусства. Это первая дисквалификация. Сейчас я ее попытаюсь нарисовать. Вторая дисквалификация. Существует большое количество теорий представительства, которые говорят о роли репрезентации в искусстве, как о политическом феномене, да? О том, что вот у нас искусство – это такая зона, где люди могут быть представлены. Например, очень часто такие книжки Ани Курбе, «Похороны в Арнане» постоянно репродуцируют, да, о том, как люди могут быть представлены на картине или в искусстве, да. Эти теории также исходят из идеи удвоения искусства как отражения или выражения, где выставочный зал как отдельное место выражает через моделирование проблемы внешнего мира. Для существования таких теорий тоже необходима изначальность границы между искусством и его внешним, да? Тогда как я хочу показать, что опыт искусства начинается с неразличения, незамечания как раз границы между искусством и неискусством, да? Это как раз и делает возможность проект неаристократического искусства. То есть искусство, которое не различает между, башней слоновой кости себя и внешнего мира, да? Иными словами, здесь необходима не казуальность выражения, а радикальная имманентность искусства с его эффектами. Да? Что это значит? Это значит, что мы должны на самом деле отказаться от повседневного нашего представления в духе
эстетики Гегеля, где есть что-то внутреннее, что выражает внешнее через вот такой переход изнутри наружу, изнутри наружу. И, соответственно, в политическом смысле это значит, что мы тоже должны отказаться от вот этого странного удвоения, что искусство выражает, например, людей, да, что искусство отражает политический процесс. Или художник, как это в повседневности можно прокомментировать, что художник комментирует какие-то политические события, дает им место в своем искусстве. Да? Соответственно, если вы имели опыт столкновения с современным искусством, хоть на каком-то уровне, да, вы знаете, что это не совсем происходит таким образом. Да? Не через вот это удвоение, не через репрезентацию. Я считаю, что суть современного искусства можно описать как пересадку корней, да, или rerooting, когда искусство перестает черпать свои методы из одной интерпретации модерности, которую я описал как аристократическая интерпретация модерности, да, где под modern art имеется в виду постоянное очищение собственных оснований, да, медиальных оснований, и меняет традицию понимания модерности на альтернативную, на другую. Представьте себе цветочек, который пересадили из одного горшка в другой. И сначала он выглядит так же, как раньше, но так как почва, которая стала его теперь питать, другая, он необходимым образом видоизменяется. То есть у искусства поменялись в 90-е годы некоторые основания, и оно еще вроде как напоминает то, что оно, чем оно было в 60-е, там, в 70-е годы. Но на самом деле оно уже несет на себе печать вот этого пересадки, rerooting. И что это за rerooting такой? Сначала искусство было привязано к этой аристократической самопониманию внутри White Cube, да? Но в 90-е годы мы с вами видим очень интересный феномен. Если вы увлекаетесь современным искусством, вы, наверное, это знаете, что белый куб заменился блэкбоксом. Да? То есть все больше и больше в выставочных пространствах стали показывать фильмов, стали звучать голоса. Да? То есть фактически объект и вот эта ситуация выделенности объекта изменяется движущимся образом, который возвращается в искусстве. И, в частности, документа, да, который курировал Окви Инвейзер, она показывает некоторый новый институт искусства, который организован не вокруг картины как объекта, не вокруг инсталляции как объекта, а вокруг фильма, в самом общем смысле слова. Да? То есть не вокруг даже модернизма, да, модернистского понимания визуального искусства, а вокруг кино как массового как раз искусства. То есть происходит некоторое изменение логики, из которой исходит само искусство, и кино здесь имеет принципиальные основания. Поэтому я, собственно, интересуюсь кино, потому что фактически кино для современного искусства дает новое понимание модерности, да, новое понимание 20 века, на базе которого как раз находится проект, весь проект Contemporary Art. И сейчас я заранее извинюсь, потому что это может быть непривычно, но я хочу нарисовать вот эту проблему теперь, значит, как-то объемно. Получается так. Значит, проблема заключается в том, что вот очень плохо все, ну, я не вижу курсора. Но представим, что вот у нас есть кружок. И это кружок моего высказывания о взаимоотношении эстетики, это вот эстетика, а это демократия, политика. Политика. И в некоторой изначальном повседневном понимании мы мыслим их отдельными. Видите, два понятия отделены друг от друга.
Причем эстетика понимается еще и разным способом. В эстетике есть еще одна часть, которая называется искусство. Как вы знаете, не только искусство входит в ведение эстетики, но и природа, скажем, да? То есть много феноменов. Но внутри эстетики есть философия искусства, да? Внутри классической эстетики есть, помимо прочего, искусство как часть эстетической проблематики. И получается, эстетика сама еще расколота надвое, и искусство выступает частью эстетической проблематики. Но внутри искусства есть еще одно, поэтому я решил все это рисовать, есть еще одно разделение. Вот, может быть, мы как-то вот так выделим это все. Вот, еще одно разделение – это кино. Кино. Потому что искусство базируется на первичном развлечении искусства, не искусства, да, вот как на такой аристократической процедуре. И есть кино, которое само непонятно, является оно искусством или не является. То есть одной своей частью кино все-таки оказывается понятым как искусство, а с другой стороны у искусства, у кино есть что-то, что не может стать вот этим высоким модернизмом, а именно связь с культурой развлечений, которой эта часть всегда была основной проблемой для 20 века, скажем, для теоретиков кино, да, и для художественных критиков. Например, считалось, что кино не может принципиальным образом обратиться к критике собственных средств производства, потому что оно завязано на вот эти вот отношения культурной индустрии, на развлечения и на ну, такой вот комплекс, да, индустриальный комплекс развлекательный. И получается, что вот как мы изначально по привычке видим этот конфликт. И что я хочу сделать? Я хочу показать, что на самом деле существует зона неразличимости, да, вот я ее закрашу таким штришком, существует зона неразличимости, изначальная, где эстетика не отличается от политики, где этих границ еще нет, да? Где эти границы еще не проведены, и они еще не стали чем-то само собой разумеющимся и чем-то повседневным. И я хочу выделить отдельно эту зону неразличимости, представить ее в некоторых понятиях и переопределить искусство как часть эстетического, да, а затем и кино, уже с учетом этой представленной мной неразличимости. Понятно? То есть мы забываем вот этот круг и берем только штриховку, которая совмещает два противоположных, как нам кажется, понятия, и смотрим, в чем они на самом деле едины, да? И исходя из этого, у нас перестраивается отношение между эстетикой и искусством, между искусством и кино, и между, собственно, кино и политическим, да, между кино и, собственно, демократией. Как я говорил в анонсе и в начале лекции. Что является вот этой зоной, первоначальной зоной, которая делает эстетику и политику неразличимой. Я хочу обратиться сейчас к тексту, который, ну, был найден в столе Гегеля, да, и это текст 1796 года, который называется «Набросок к программе системы немецкого идеализма». И я хочу вот на некоторые вопросы заострить ваше внимание, вот о чем здесь идет речь. И надо сказать, что этот текст интересен тем,
что он предлагает первую теорию отмирания государства. Там говорится, что государство скоро станет ненужным, да, и затем эта идея будет очень важна в дальнейшем, в 19 веке. Текст написан в Баре, да, то есть Шеллингом, Гёльдерлином и Гегелем. И там дается как раз интересное понимание эстетического. В последнее время мы часто слышим, что большой толпе нужна чувственная религия. Большой толпе, и в другом переводе массы как раз, что массам нужна чувственная религия. Но не только большой толпе, но и философу она нужна. Монотеизм разума и сердца, политеизм воображения и искусства – вот чего мы жаждем. Сперва я буду говорить здесь об одной идее, которая, насколько я знаю, еще не приходила на ум ни одному человеку. Нам нужна новая мифология, но эта мифология должна находиться на службе идей. Это должна быть мифология разума. Пока мы не сделаем идеи эстетическими, то есть мифологическими идеями, они не будут интересовать людей. И напротив, пока мифология не станет разумной, ее будет стыдиться философ. Да? То есть мифология должна стать разумной, а разум должен быть мифологическим. Просвещенные и непросвещенные должны протянуть друг другу руки, мифология должна стать философской, а народ разумным. Философия должна стать мифологической, а философы – чувственными. Тогда воцарится вечное единство между нами. Больше никакого слепого преклонения народа перед своими мудрецами и жрецами, ибо сперва ожидает нас равенство всех сил, каждого и всех индивидов. Никакая сила больше не будет подавлена. Тогда воцарится всеобщая свобода и равенство духов. Высший дух, посланный небом, должен установить у нас эту новую религию. И это будет последней большой работой человечества. Да? То есть видите, что в Баре их посетила такая масштабная идея. Но здесь принципиально важно следующее, что эстетика здесь мыслится как некоторая попытка выйти к равенству между элитами и массами. То есть главная идея, которая здесь проводится, это неравенство между элитами, или в данном случае мудрецами, да, то есть теми, кто имеет философскую подготовку, теми, кто живет в мире идей, с одной стороны, и с другой стороны людьми, да, которые не имеют, понятное дело, подобного рода подготовки. И оказывается, что, как мы можем переформатировать эту проблему, что философы отделены от людей, элиты отделены от людей, а люди обладают чувственным, но они лишены понимания этого чувственного. И, соответственно, необходимо образовать зону, где они могут встретиться, да, где вот это разделение будет преодолено. И это разделение и зовется здесь, собственно, эстетическим или в терминологии Шеллинга, это терминология именно Шеллинга, мифологическим, да. И, соответственно, мы можем сказать, что эстетический проект с самого начала является преодолением неравенства, да, попыткой преодолеть неравенство за счет существования чувственного мира. И здесь я хочу привести эстетический фрагмент Александра Баумгартена середины XVIII века, где он пишет что-то, что как раз потом к этим размышлениям приведет. Важнейшее практическое приложение искусственной эстетики, существующее наряду с натуральной, то есть эстетика искусства и эстетика природы имеется в виду. Первое. Доставлять хороший материал для наук, постигаемых преимущественно интеллектом. Второе. Приноравлять научно познанное к любому пониманию, то есть демократический принцип ясности, да, чтобы любой понял то, что вырабатывается в науке. Третье. Расширять усовершенствование познания за пределы отчетливо нами постигаемого, да,
И четвертое. Снабжать хорошими принципами все более утонченные занятия и свободные искусства. И в итоге это должно привести в общежитии, в случае прочих равных, это должно дать преимущество при совершении любых общественных дел. Да? То есть здесь мы тоже видим, что эстетика изначально, да, она не понимается как разница между искусством и политикой, оно понимается как зона, где это разделение невозможно по преимуществу, и где возможно вот эта встреча между элитами, да, как они тогда были сформулированы, и, собственно, массами. И получается, что в основе эстетического лежит вот эта способность материальная. И такой философ и марксистский литературовед Терри Иглтон говорит, что когда мы читаем слово «эстетическое», мы на самом деле всегда должны читать телесное, да, то есть тело и материя всегда имеется в виду под эстетическим. И получается, что вот этой зоной штриха является проблема материальности и проблема телесности во всеобщем существовании. Да? То есть, что объединяет эстетику и политику изначально, это некоторая возможность эстетики быть чувственной и быть материальной, но при этом быть разумной, да, то есть представлять некоторую рациональность самого тела, да, и быть телесной и материальной. Терри Иглтон говорит о том, что Александр Баумгартен, да, и вот первые эстетики, что они на самом деле хотят сделать? Они хотят на самом деле контролировать культуру тела. Они хотят говорить о том, что вот то, что мы считали чувственным, что было непонятно, материя, да, которая была не просвечена разумом, да, в нем, в этом темном месте, и, соответственно, массы там же, да, вот какие-то непонятные люди, да, которые резко появились, как будто бы, как писали в 19 веке, как будто бы из-под земли. Александр Баумгартен предлагает на самом деле контролировать материю и контролировать массы, исходя из принципа эстетического, да. И Терри Иглтон говорит, что эстетика всегда была политической через понятие гегемонии. То есть над телом реализуется постоянная гегемония, да, постоянное повторение определенных идей и определенное управление, да. То есть мы учим обхождению с чувственным миром. Мы учимся постоянному повторению каких-то процедур, связанных с нашей материальностью. Да? И, соответственно, проблема тела и разрыва между телесностью и идеей, которая преодолевается в эстетике, также, как я хочу вам показать, является главной проблемой демократии. Да? То есть демократия содержит тот же разрыв между языком, с одной стороны, или голосом, например, в политическом смысле, и телом, с другой стороны. Проблема демократии действительно заключается в том, что те все, да, вот этот народ, который должен быть представлен, он всегда телесно является либо меньше, чем нужно, либо больше, чем нужно. То есть его всегда либо больше, чем та форма, которая предполагается для него, либо он пришел в меньшем количестве телесно, материально, чем нужно. Ну вот приведу пример. Например, выборы, да, вот, которые через урны организованы, да, где мы говорим, что все выбирают, там, все голосуют, все выбирают президента. Но на самом деле голосуют не все, как вы понимаете, а тот, кто телесно пришел к урне и отдал свой голос, да. Получается, что только те, кто физически пришел и отдал свой голос, заступают на место всех. И получается, то, что было меньше, чем определенная форма, становится всем. И когда возникает ситуация
уличной демократии, да, когда люди выходят с недовольством на улицы, их оказывается телесно больше, да, чем их можно представить. Это главная проблема протестов там, 2012 года Occupy, да, что людей так много и недовольства так много, что оно не может быть выражено в определенной форме. То есть оказывается, что проблема такая, что тех, кто пришел, их как бы больше, чем та форма, которая может их принять. И оказывается, что демократия, в сердцевине демократии лежит, опять же, парадокс, что она не может быть никогда реализована, потому что людей либо мало, либо слишком много, либо их слишком мало, и меньшинство берет на себя право говорить за всех, да? Либо их, наоборот, слишком много, и нету, и что рушит, собственно, рамку определенного представительства. И мы можем сказать, ну, как делают многие противники демократии, да, что ну вот все, значит, как бы и не надо, да, значит, не работает там, значит, эта поломка, она изначальна, и с ней ничего не сделаешь. Но на самом деле именно вот эта неадекватность, да, какая-то, которая лежит в основе демократии, она и является запуском, вот эта неразличимость форматов, она является запуском очень важных политических процессов, которые я называю вот масштабированием, или которые я называю скейлинг, да, что все время существует вот эта репрезентация, которая должна либо расширяться, либо сужаться, да, все время кто-то не представлен, все время кто-то не попадает, да, и это непопадание, что очень важно, я повторю, базируется на разделении между языками и телами, да, что ты можешь галочку поставить, но физически, да, кто-то не пришел, да, то есть есть вот этот разрыв между идеей как раз и телом людей. И демократия сама по себе, как власть народа, да, как власть большинства, на самом деле все время базируется вокруг непонимания того, что такое это большинство. Да? Вот эта неадекватность в некотором смысле, она связана как раз с вопросом кино, о том, искусство это или нет. Да? То есть у нас есть вот эта вот связь искусства с кино. И я хочу ответить на этот вопрос таким же образом, как и с демократией. Кино – это парадоксальное искусство, которое базируется на том, что оно либо меньше, чем искусство, да, либо больше, чем искусство. То есть кино всегда не попадает в искусство, да, потому что кино всегда больше искусства. Или в других ситуациях всегда оказывается меньше, чем-то меньшим, чем искусство. Внутри проблемы кино лежит та же проблема, что и с демократией. Принципиальная неадекватность, принципиальная неспособность настроить эту статичную репрезентацию, которая всегда дана у аристократического искусства. Аристократическое искусство всегда соответствует. Ну, не буду говорить всегда, но по большей части оно базируется на вот этих деанимированных формах, картины, там, объекты, инсталляции, которые всегда более-менее равны себе. И получается, что в кино есть вот эта вот тоже перемена скейлинга, да, перемена масштабирования. И почему кино является всегда чем-то большим, чем искусство. Потому что оно оно связано с первоначальной онтологической избыточностью событий. Да? То есть на самом деле, когда камера настраивается на повседневность или когда что-то снимается, это всегда уже дано. Обратите внимание, что живописец, скульптор, кто угодно, исходит из первичности белого листа. Да? То есть даже писатель. Ты садишься перед чем-то белым, и у тебя изначально негация, то есть изначально ничто. И ты в этом ничто должен воссоздать что-то, и отсюда идет вот это удвоение. Но когда ты
снимаешь, да, то есть когда ты занимаешься съемкой, когда ты решаешь, изначально мир уже происходит, да, то есть изначально именно эта избыточность. И роль режиссера, вот мне нравится Крис Маркер, да, который показал, что на самом деле принципиально вот его фамилия означает фактически текстовый делитель, да, что текст всегда уже есть, а роль режиссера в том, чтобы выделить этот текст. То есть роль режиссера и кино, да, оно всегда указывает на самом деле на то, что мир избыточен. Видите, мир как бы не влез, да, когда вы смотрите любой фильм, вы на самом деле знаете, что мир туда не поместился. И режиссер все время показывает, что вот есть что-то, что превышает этот фильм, и благодаря этому как раз фильм и может состояться. Да? То есть есть что-то большее, такая вот как раз тотальная реальность, которая всегда больше, чем кино. И с другой стороны, кино всегда что-то является чем-то бросовым, чем-то повседневным, чем-то, можно сказать, даже дурацким. Да? Вот есть мой любимый текст Роберта Смитсона «Монументы и новые монументы и энтропия», он называется, где он говорит о нового типа художниках. И он говорит, что эти художники не должны ничего читать, они не должны смотреть умные фильмы, они должны просто ходить в кинотеатр на дурацкие фильмы и просиживать там штаны. Да, то есть нужно просто ходить на дурацкие фильмы, и тогда вы станете хорошим художником. Да? Он еще говорит очень интересно про Дональда Джада. Он говорит, что Дональд Джад ничего не читает, он просматривает. Да? То есть вот этот важный режим, когда ты просто флаеры собираешь, а Дональд Джад собирал флаеры такие, которые тогда появились, и он просто коллекционировал вот эти всякие по миру летающие вот эти бумажки, да. И у кино есть вот этот вот странный формат пустой траты времени, когда нечего делать, ты идешь в кинотеатр на какой-то дурацкий фильм, да, и, собственно, ты не можешь попасть, кстати говоря, на дурацкую выставку в Эрмитаж, да, почему? Потому что нету как бы дурацкой выставки, которую тебе покажет Эрмитаж. То есть если кто-то попал в музей, то это великое искусство, все, вопросов нет. Я вот, будучи искусствоведом, я могу сказать, что я не знаю, что такое плохое искусство, потому что до искусствоведов это не доходит. Да? То есть очень сложно сформулировать принципы плохого искусства, потому что вы никогда его не видели. Потому что искусство вас учит самым топовым образцам. Но если вы вспомните первый фильм, на который вы пришли когда-либо, да, или вот первый фильм, который вы увидели, вы можете увидеть самый дурацкий фильм. Да? То есть любовь к кино, она может... Вообще любовь к фильму, да, к вот этому времяпрепровождению, оно может начаться с самых дурацких примеров, да, то есть фильмы с Адамом Сэндлером, там еще что-то, да. То есть порог вхождения, и, кстати говоря, почему кино тоже является массовым, потому что я не могу себе представить человека, который говорит, я никогда не смотрел фильм, то есть я никогда не видел кино. Мне это неинтересно. Ну, то есть я не могу себе представить такой человек. Но, с другой стороны, я могу себе спокойно представить, как человек живет без искусства всю жизнь и нормально. То есть я таких знаю людей. То есть они не ходили в музей, ничего у них не поменялось принципиально. Но все смотрят фильмы, да? Что это значит? Это значит, что искусство, вернее, кино – это такое искусство, которое не боится быть чем-то абсолютно развлекательным. Да? То есть в самых лучших образцах киноискусства содержится та же связь с развлечением, что и в самых развлекательных каких-то голливудских фильмах. Да? То есть это и то кино. И на самом деле вот это неразвлечение между развлечением и чем-то серьезным, и делает кино чрезвычайно важным таким оператором внутри этой криво нарисованной, да, вот, схемы. То есть кино исходит из избыточности мира, и поэтому оно всегда меньше, чем
этот мир, да, и с другой стороны, оно всегда что-то, никто к кино серьезно не может отнестись никогда, потому что ты смотришь какой-то дурацкий фильм, и это тоже кино, и тебе нужно как-то с этим иметь дело. То есть кино все время меньше, чем искусство. Если мы посмотрим на традицию 20 века, на модернизм, да, то мы увидим интересную такую вещь, что это искусствоведы будут вам говорить, что для искусства важна вот такая чистота медиума и так далее. И на самом деле говорят они это не так давно. Но если вы посмотрите, кто Теофиль Готье именно, да, который разработал вот эту систему искусства для искусства, он вдохновлялся именно развлекательными театральными постановками. То есть изначально вот эта схема чистого искусства – это схема чистого развлечения, которая дает чистое удовольствие и чистое движение. Да? То есть изначально под модернизмом, да, и, собственно, все Чарли Чаплин, да, был главным героем 20 века, именно потому, что он неразрывно был связан с вот этим движением и комедией, и некоторым развлечением, да. И это некоторые совершенно другие основания модернизма, которые как раз построены на том, что ты не делаешь разницы между серьезным искусством и развлечением. И кино, я повторю, это такое искусство, которое способно удалить эту разницу между развлечением и серьезным занятием. И, соответственно, мы видим, что и в вопросе демократии, и в вопросе кино разыгрывается проблема схожим образом. Это не одна и та же проблема, но она разыгрывается по аналогии. Это проблема непопадания в масштаб и проблема самого масштабирования. Да? И вот эта проблема плавающего масштабирования делает возможным то, что кино может содержать в себе демократический импульс. То есть кино именно за счет своей институциональной вот этой процедуры, да, как оно устроено, с какими проблемами оно связано, оно может быть тем, что Ален Бадью, да, философ Ален Бадью, называет демократической эмблемой. Да? То есть кино не просто говорит нам о демократии, да, вот, типа фильм о демократии, или там фильм о тех, кто не представлен, да, или по сюжету фильм о тех, кто там не попал. Да? Нет. Но сама проблематика кино, она является аналогией к главной проблеме демократии. И никто так это не чувствует, как это чувствуют теоретики современного искусства. Потому что вот этот суперразрыв, который мы испытываем, да, потому что нам всегда говорили, что никакой литературы быть не должно, никакого образа быть не должно. Был запрет на образ, запрет модернистский, а потом концептуалистский запрет. Да? И все хранили этот запрет. А потом в 90-е годы появились проекции, появились телевизоры в выставочных пространствах. Все вдруг заговорили, все работы стали транслировать какой-то личный опыт, вернулся образ. И фактически произошло вот это интересного рода переосмысление того, что выставочный зал, да, он не является вот такой статичной формой, а он начинает расплываться, его границы начинают расплываться благодаря присутствию видео и вот moving image, да, вот этого кино и фильмического изображения. И вот есть такой очень важный теоретик видеоэссеизма Коджа Эшун, и он как раз говорил о том, что вот этот жанр видео, видеоэссеизма – это жанр пария, он говорит, жанр пария. То есть это тот, кого изгнали отовсюду. Здесь он говорит о фильмах, которые изначально были созданы для телевидения, но затем видеоэссеисты не получали финансирования, их к
как бы изгнали из телевидения, да, они не смогли показывать свои работы. И вот видеоэссеисты, они как бы находились в таком непризнанном формате, и они оккупировали залы, выставочные залы художественных галерей. Да? И фактически они стали воспринимать выставочный зал как временное убежище для трансляции своих фильмов. И как только в выставочный зал проникла вот эта вот... вот эти массы видеопродукции, сам выставочный зал и его роль принципиальным образом изменилась. Да? То есть это уже не white cube аристократический, да? А это место, временное убежище для видеопродукции, для фильма, для кино. Потому что кино из самого кино все время изгоняется. Да? Все время существует давление, давление капитала, давление рынка, которое уносит кинопродукцию из основных институций и приносит ее в выставочные залы. И получается, что то, что мы называем contemporary art, да, то, что мы называем современное искусство, на самом деле, находясь в выставочных пространствах, находится на самом деле на руинах этого выставочного пространства. То есть мы находимся всегда, вы должны понимать, что мы находимся в крепости, да, которая является временным убежищем для движущихся картинок, для движущихся образов. И только так мы можем понять статус современного искусства сегодня, где приходит в эти формы танец, да, приходит то, что раньше всегда было связано с неискусством и всегда было больше связано с чистым движением и развлечением. Это проекции, это перформативность такая музыкальная. Да? И получается, что вот этот выставочный зал подвергается тому, что я бы назвал модуляцией. Да? То есть возникает такая модуляция этого выставочного зала, и мы в него приходим. Нам кажется, что это тот же институт искусства, но на самом деле это попытка выразить вот эту немасштабированность демократии и кино. Да? И на самом деле, если мы так отнесемся к институту выставки, то мы увидим, что главный вопрос выставки в таком случае оказывается в том, что не оказалось на этой выставке. Да? То есть, опять же, вопрос о непредставленности чего-то конкретного. Да? Непредставленность чего-то конкретного. То есть, все есть, да? Все объекты представлены, но они все время указывают на что-то, что оказалось за рамками, что-то, что не попало. Да? И здесь я хочу уже более подробно разобрать сам этот термин «массы», как к нему относиться и из какой теории мы разбираем демократию как радикальную вот эту неадекватность, потому что массы – это и есть нечто, что не попадает в то, что обладает формой. Масса – это то, что не обладает определенной оформленностью в данный исторический момент. И, собственно, вот есть такой философ, Сильвен Лазарюс, французский философ Сильвен Лазарюс, который описал эмансипаторную марксистскую политику в трех модусах. Да? Он сказал, что существует левая теория, она существует в трех модусах. Эти модусы похожи друг на друга, они наследуют одни и те же понятия, одни и те же концепты, но немножечко их смещают, да? Вот создают такой рерутинг. Ну и первый модус – это, собственно, марксистский модус, который связан с манифестом коммунистической партии. Да? Вот в том виде, как появляется, собственно, марксизм. И здесь, собственно, появляется идея о коммунистическом движении. Да? И главный агент этого движения – это, собственно, это рабочее движение. Да? Значит, второй модус связан с большевистской партией и с Лениным, да, и главным субъектом здесь является, собственно, пролетариат, да, то есть главным агентом этого изменения
оказывается пролетариат. И обратите внимание, что и в 19 веке, да, и уже в 20 веке у Ленина вот этот вот эмансипаторный класс, он определен. Да, то есть это то, что обладает выражением и то, что обладает, по сути дела, формой, усилиями теоретиков и политических мыслителей. Да. Собственно, пролетарий отличается от рабочего как раз тем, что он начинает обладать этим, он представляет себя, да, он становится определенной формой. И третий режим связан с пониманием политики Мао Цзэдуна, да, и Китая, да, коммунистического, где была введена система линии масс. Вот линия масс – это основа такой маоистской политики, которая тематизировала массы как то, что не вписывается в европейский субъект и вот в эти европейские представления о форме, о формах и идентичностях. Вот, например, уже тогда, да, уже в 50-е годы было понятно, что европейцы представляют как раз массы как китайцев, да, потому что европейцы уже тогда, в середине 20 века, боялись, что вот эти люди с одинаковыми лицами, да, как они считали, они вот просто стандартизированы, они придут и все изменится. Да. Это вот главный страх, который сейчас возникает вот в сознании европейских реакционных сил, да, что вот есть такие вот огромное количество людей, да, вот эта масса. Вот. И, собственно, Сильвен Лазарюс говорит о том, что теория масс, теория линии масс говорит о следующем, что никогда не определен вот этот эмансипаторный агент, да, он никогда не обладает чем-то представленным, да, он не может, нельзя сказать, что это рабочий, нельзя сказать, что это пролетарий, а скорее это сама проблема невписанности куда-либо, да, то есть это соответствует, собственно, идее того, что после социалистической революции, да, основной конфликт не разрешается, а он постоянно, собственно, продолжается. То есть Мао Цзэдун в своей идее новой демократии как раз и представил демократию как постоянную проблему невозможности вписывания. То есть ты никогда не можешь раз и навсегда представить всех и сразу. И получается, существует все время конфликт. И после социалистической революции этот конфликт не снимается, а он продолжает работать, да? И так как он продолжает работать, необходимо следующее. И вот основной лозунг линии масс звучит так, что вы идете в массы, вы суммируете то, что хотят массы, делаете из этого закон и возвращаете этот закон в массы. После этого возникают люди, которые недовольны этим законом, да, то есть возникают те, кто не были представлены этим законом, и вы снова идете в массы и снова определяете вот эту динамическую непредставленность. Что здесь очень важно? Здесь важно то, что масса – это как раз тот, кто оказался в меньшинстве, тот, кто как бы пролетел мимо формы, да, формы представления. И всегда масса создается самой динамикой представления. Да? То есть, если мы что-то снимаем, масса – это то, что оказалось за кадром, да? Что-то, что не попало. Если мы что-то выставляем, масса – это всегда конкретный кто-то, кто не пришел. Да? Вот тоже демократия – это кто, если говорить о массе. Это вот были выборы, но кто-то не пришел, да? Кто-то оказался не учтен. И основная политическая проблема, вот скажем, проблема консерватизма заключается в том, что непредставленное возвращается в качестве жуткого, да? То есть здесь вот это не обладающее формой оказывается конвертировано в такое ужасное, да, в духе Лавкрафта. Да, вот и так мы можем увидеть, как, например, к народным массам относятся как к чему-то угрожающему, да, что вот они придут, они все сломают и так далее. Да, вот такой ксенофобный принцип. А здесь же принципиально важно, что это непредставленное никогда не разрастается до возвышенного.
это всегда конкретное непредставленное. То есть всегда есть конкретное что-то, что оказалось не вписано. И это не что-то такое, значит, материально не оформленное, да? Это просто результат определенной процедуры. И искусство с определенного момента, оно занималось все время аристократической вот этой процедурой, да, вот в 20 веке, процедурой очищения. Теперь же искусство, которого пересадили на вот этот, на этот базис кино и вот этой вот проблемы скейлинг, оно занимается проблемой impurity, да, проблемой нечистоты и классификации вот этой вот гибридности. Почему? Вот как сейчас выглядят работы? Это то, что всегда было отвергнуто. Например, танец и литература, да, они как раз сейчас это передний край искусства, да, то есть то, что раньше считалось меньше, чем искусство, или больше, чем искусство, как раз сегодня оказывается самим механизмом, который запускает переопределение выставочного зала. И, конечно, это связано с определенной решающей ролью кино и вместе с этим современного искусства в вопросах миграции. Да? Потому что, как я надеюсь, я показал, выставочный зал становится вот этим временным убежищем, и он формулирует законы, по которым это временное убежище легитимизируется, да? И, соответственно, современное искусство, оно не просто берет как свою тему проблему миграции, но на структурном уровне формально возникает теория, по которой и кино, и искусство обладают чем-то миграционным, онтологически, что ли, да? И есть такой теоретик Ти-Джей Демос, да, вот у него есть отличная книга, которая называется Migrant Image, где он анализирует как раз фильмы, но представленные на выставках, да, то есть в контексте современного искусства, фильмы о миграции, и он говорит о том, как это меняет наш взгляд на то, что такое произведение искусства и что такое выставочное пространство. И как вот переводить этот заголовок «migrant image»? Говорят, что это такой миграционный образ. Да? Но я сейчас перевожу image скорее как изображение. Да? То есть это изображение мигрант или миграционное изображение. С одной стороны, это изображение, которое оказалось пересажено принципиально, да, в выставочное пространство, где оно не родное, не свое, да. С другой стороны, это вот эта логика видео, которая всегда модулирует само выставочное пространство, да, всегда меняет его границы. И с другой стороны, это сам статус этих изображений, да, которые говорят о проблеме демократии. Они все так или иначе созданы, и они являются производными вот этой проблемы скейлинга, скейлинг, то есть масштабирования. И чтобы привести пример, я хочу главную, пожалуй, работу вот этого, вот этой системы привести, проанализировать. Благо вот перевод Ти-Джей Демоса вот в журнале «Разногласия» выходил. Это «Сахарские хроники», работа Урсула Биман, такая замечательная художница, и она как раз революционизировала язык выставочного пространства. Что собой представляет эта работа «Сахарские хроники»? Вы заходите в выставочный зал, где стоят несколько телевизоров, да, и проекции. Причем каждый раз работа по-разному собирается. То телевизоры, то проекции, то просто, да, изображение как-то на планшетах установлено. То есть нету изначально данного материального носителя. Это принципиально важно. И там они, вот эти телевизоры, включаются автоматически по фрагментам. Все эти фрагменты вы можете найти на Ютубе, да, «Сахарские хроники» Урсулы Бимы. И они там как один фильм идут. Но принципиально важно, что они фрагментированы, и в пространстве, пока вы ходите, там включаются какие-то разные фрагменты.
Но главная на самом деле тема Сахарских хроник – это пустыня как форма некоторая, да? Пустыня, которая делает сама геология и география пустыни, скрывает людей, которые занимаются миграцией. То есть она показывает, как ночью там, теряется видимость, да, и как изображение исчезает, как песок мешает снимать. Да, и она показывает, как все эти оптические и визуальные ходы на самом деле делают возможным переход людей с одной границы на другую. И она показывает, например, что сама граница в пустыне Сахара, да, она не является четкой, она все время опоясывающая, она все время движется. И что важно, почему Урсула Биман, почему этот проект «Сахарские хроники» начала 2000-х годов является таким важным? Потому что он всегда является высказываниями о статусе произведения искусства, да, что выставочный зал является вот этой вот детерриторизированной ситуации, где форматы могут меняться, да, где видимость никогда не будет полной, да, где произведения искусства находятся в таких мерцающих отношениях. И вот эта работа, на мой взгляд, лучше всего исходит не из... Мы, глупо говорить, эта работа об искусстве или о внешнем, или она о миграции, да, то есть глупо наследовать вот это разделение эстетического и политического. Именно эта работа Урсулы Биман, «Сахарские хроники», она как раз исходит из того, что общим является для эстетики и политики. Да? А вот, то есть, еще раз повторю, вот эта проблема масштабирования как такового и проблема конкретности непредставимого, конкретности непредставленного, что представление всегда создает массу как что-то, что не представлено. И в данном случае, да, вот этой массой становятся совершенно разные люди, да, там она, это ряд сюжетов, которые пародируют во многом новостные какие-то фрагменты, да, вот, которые вы по телевизору в новостных циклах видите, и там идет игра с субтитрами, с разными там формами интервью, да, и получается, что ну, нет какой-то конкретной социальной группы, которую можно описать, которая вот мигрирует из одной точки в другую. Там есть сама вот эта миграция. Вот. И другая, ну, работа 98-го года тоже у Урсулы Биман, «Crossing the Border», она называется, «Пересекая границу», где эта работа конкретно посвящена границе Мексики и США и тому, как пересекают вот эту границу. И там тоже выставочное пространство, когда сейчас эту работу показывают, она, на самом деле оно является смещенным и трансформированным в отношении ну, классических методов экспонирования. Таким образом, что выставочное пространство искривляется вместе с вот этой самой проблематикой пересечения границы между Мексикой и США, да? И там есть еще вопрос как раз о телесности, потому что таким важным сюжетом является перевозка наркотических средств, да, в женских телах. Да, то есть вот эта вот проблема телесности, которая оказывается самой границей, да, и пересекает эту границу, она как раз становится, вплетается вот в такую ткань, что ли, видеоязыка, да. И, соответственно, как мы можем охарактеризовать вот этот поворот, на самом деле, конца 90-х, 2000-х годов? Я считаю, что здесь как раз, я повторю, мы имеем дело с принципиальным рерутинг, да, пересадкой корней с аристократической базы, да, вот, модернистского искусства, которое всегда связано с очищением, да, с очищением и прояснением медиума, в поле, на самом деле, которое было подготовлено кино 20 века как массовым искусством. Искусством масс, массовым искусством и искусством, у которого не определен конкретный образ
главного агента. То есть это искусство, с одной стороны, для масс, но с другой стороны, искусство, которое выражает вот эту несоизмеримость, выражает вот этот скейлинг, проблему масштаба, которая лежит в основе эстетического и в основе политического. Как в основе эстетического, так и в основе политического. То есть вот в таком сообщении сегодня я хотел показать, что на самом деле, надеюсь, вы поняли, что под эстетикой следует понимать не прекрасное, не вот эти категории вкуса, не категории прекрасного и возвышенного, да, а политическую проблему вот этого масштабирования, да, которая построена на разрыве тела, да, на разрыве тела и языка, и которую этот разрыв все время пытается искусство воплотить. Да? И современное искусство создает это воплощение, обращаясь к кино, на самом деле, антологии, а не к антологии картины или скульптуры, которая изначально для искусства в 20 веке. Вот, спасибо. Вот. Сейчас, наверное, вопросы, да, можно... Задам первый вопрос, а дальше по руке. Ладно, у меня два вопроса к тебе. Первый, вот ты практически или целиком проигнорировал категорию понятия идеологии в контексте.